Партнер рубрики «Компания МТС». Блогер Евгений Синюков обнаружил в Самаре вот такую нетривиальную арку. Она находится на пути от строящегося подземного перехода около Империи в сторону Новосадовой. На мой взгляд, это настоящее городское искусство. Точно лучше, чем лебеди из шины, подвешенные плюшевые медведи на деревьях. Почему бы не выделить ребятам специальные места для их творчества? Ведь такие картины в корне отличаются от непонятной мазни с матерными словами и прочих актов вандализма, отмечает Синюков. Блогер «Управинфо» сообщает, что в Самаре начнет работать новый автобусный маршрут номер 13, который проследует от губернского рынка до поселка Шмидта. Пробные рейсы будут осуществляться 16 марта. Маршрут организован с учетом обращений жителей отдаленного района, чтобы обеспечить дополнительную возможность добираться до медучреждений, магазинов и рынка, а также до крупных транспортных узлов. Блогер Костя Иваненко рассказал, что недавно в Самаре на улице Аменева потравили собак. Они выли, корчились в судорогах, метались из стороны в сторону. Рядом находится школа номер 102. Некоторые псы убегали туда и прямо там дохли. За антигуманным зрелищем наблюдали женщины и дети. По словам местных жителей, отраву разбросал известный всем владелец одного из гаражей, расположенных рядом со школой. Подобное он проделывает уже не в первый раз. Жители намерены написать заявление в полицию, чтобы живодеры наказали за жестокое обращение с животными.